Деревня Мокрина в Северной Македонии. Слободан Камичева ведет школу своего 8-летнего сына Георгия. В школе есть еще только один ученик – одноклассник Георгия Ангел Йовев. Мальчики дружат и часто играют вместе, но не скрывают, что было бы гораздо веселее, если бы в школе были и другие ученики. Тогда они смогли бы завести побольше друзей. «Я бы хотел, чтобы здесь было больше детей. Мы бы все вместе занимались спортом, учились бы вместе, играли бы все вместе. Тут все так хорошо и красиво, но у нас нет друзей». Учительница Душанка Васильева еще помнит те времена, когда на школьном дворе было шумно и многолюдно. Несмотря на то, что ей уже пора на пенсию, учительница делает все, чтобы школа жила. Она надеется, что люди еще вернутся в деревню. А пока недостаток друзей пытаются как-то возместить родители. Слободан Камичева делает с Георгием уроки, играет с ним. Раньше в одном классе нашей школы было около 35 учеников. Столько же учеников было и во всех других классах. Их было несколько. Этого вы сейчас тут не увидите. Все они уехали в Германию или в Швейцарию. В списках для голосования в Мокрино зарегистрировано около 700 избирателей, но жители говорят, что их осталось здесь 150-200 человек, не больше. Остальные уехали в поисках работы и лучшей жизни. По последним данным, после распада Югославии эмигрировало около четверти населения Северной Македонии.